Так, для того, чтобы нам поменять лампочку в освещении номерного знака, нам необходимо будет открутить два самореза крестовой отверткой на одном плафоне. Если понадобится, откручивается на втором. Далее мы плафон вытягиваем с частью провода. Здесь против часовой стрелки мы отворачиваем и достаем. Видим, что у нас есть дорожки, есть усики. Вот. Когда мы заводим, по часовой стрелке мы закручиваем, откручиваем против часовой. Лампочка у нас из цоколя достается обычным способом. Маркировка лампочки идет V5V, мощность 5 Вт. Установку производим в обратной последовательности. Защелкиваем, берем плафончик, по указателям вводим нашу лампочку и заворачиваем. Ну и назад вкручиваем саморезы.